согласен с мистером Плотцем. Подождите, пожалуйста. Сид Шайнберг на второй линии. Сидный, милый, ты великолепен. О, мне тут звонят, ты бы подождал. О, Киану, дорогой, а для тебя нашел я роль. И поверь, ты первый, кто о ней узнал. Мэрил, дорогая, ты прекрасна. Эта роль, а как она тебе идет. Ты должна ее сыграть и не можешь отказать. Это все, что я могу тебе сказать. Майкл, нужно 20 миллионов. Это самый потрясающий проект. Каждый заинтересован. Мы договорились с Уорнер. Так ответь же, ты возьмешь или нет. Мы делаем кино, поверьте, мы кино снимаем давно. Мы в этом бизнесе уже на века, и хороший пиар. Сделаем по телефону, будешь суперстар. Мы знаем весь их трёк, Том Круз, мой друг, он никогда не врёт. Скажи, что Шер ты эту роль предлагал, там где Де Ниро играл. А в сериале это ты ребёнка бардом назвал. Вот и состоялась сделка, я с продюсером контракт подписал. Я просто всех уболтал. Дай попробовать. Попробуй. Мартин Скорсезе на третьей линии. Марти, потрясающий сценарий. И сюжет великолепный, просто класс. В нем борьба добра и зла. Положительный герой. Побеждает он в конце. Вот это фильм. Тарантино. Послушай-ка, сюжетец бесподобный. И всем хорош, но есть один пустяк. Роли все переписать и другим актерам дать. Да еще конец сначала поменять. Шварценеггер. У Земекиса влияние большое. Он делит с нами прибыль пополам. Милый, ты неповторим и никем не победим. Но Сталлоне мы, наверное, пригласим. Сталлоне? Меня убили, он же слабак. Мы уболтаем всех. Язык подвешен, значит, ждет нас успех. Само собой, все мы здесь заодно. Мы снимаем кино. Будь всегда одним из лучших, или будь лучше всех. Умею говорить. Поверь, ты сможешь это все получить. И сможешь всех намного ты превзойти. И сможешь сняться в кино. И с Антонио Бандерасом в картине сыграть. Стать тем, кому не будет равным. Просто не забываем им стать. Надо всех уболтать. Это пейджер или мобильник? О, поющие уоки! Мистер Плотс примет вас! Готовы? Готовы! Отлично, вперед! Что ж, пора начинать, приготовься играть и сейчас!